Здравствуйте, мои дорогие подписчики и случайные зрители, которые зашли на мой канал. Сегодня буду декорировать баночку. Вот случайно ковырялась и нашла. Вот облезлые бусины. Вообще облезлые были когда-то под жемчуг. Ну, имитация жемчуга. И вот эти вот елочные, рваные, облезлые, просто вот даже вот кусками елочные бусы. Вот хочу задекорировать баночку. Правда, сама не знаю, хватит ли мне их. Ну, посмотрим. Вот эти вот хочу крупные сюда. На первый ряд пустить. А вот эти поменьше. Потом следом пойдут. Ну, попробуем, посмотрим, что получится. Ну что, я приступила. Ничего сложного тут нет. Клей да клей. Сейчас. Что-то не попадаются мне вот эти пистолеты недорогие в фикс-прайсе, когда я бываю. Ой-ой-ой. Сейчас. А эти у меня уже все в негодность поприходили от старости. Ну и сейчас второй ряд начнем. Так. Начну писать. Не подготовилась. А я не готовлюсь никогда. То, что они такие облезлые, это не играет никакой роли, потому что потом я их все равно буду красить. Так. Катается неудобно. Так, ладно, мои хорошие. Я буду клеить, чтобы не отнимать ваше время. Потом приклею и покажу вам. Ну вот, что у меня получается. Не знаю, хватит ли мне этого до конца или нет. Люблю я, мои дорогие, декорировать баночки, коробочки, бутылочки. Но, как вам сказать-то? Я люблю декорировать тем, что есть дома. Мусором всяким. Ракушками, так как я живу у моря. В общем, вплоть до песка морского. Я сейчас вам покажу несколько баночек. Ой, я переживала, что не хватит, но хватило. Прям тютелька в тютельку. Ну что же, ладно. Теперь надо будет красить и придумывать, что делать с крышкой. Пришла пора покрасить. Баночку.
одной рукой мне неудобно, поэтому я сейчас покрашу, потом вам покажу. Баночка моя высохла. Вот такая она у меня получилась, медного цвета. Теперь мне нужно сделать крышечку к ней. Крышку я буду делать. Приклею одну пуговку, сверху вторую. И нашла, валялась у меня на участке, внуки мои мальчишки рассорили, да, наверное, года два назад. Вот нашла вот такую пешку. И вот сейчас я все это склею. И потом покрашу. Не знаю, думала. И что-то захотелось мне сделать однотонную крышку и банку. Но сейчас пока в процессе, может, что-то другое в голову придет. В процессе работы я поменяла вот на такого мальчика хорошего, веселого. На Будду. Сейчас покрашу. Вот такая баночка у меня получилась. Ну, прелесть. Я сначала хотела сделать черную крышку, а потом решила, думаю, нет. Пусть он будет. Он такой лучезарный, такой... Ой. Ну, такой, как медный памятник. Так что, кому понравилось, ставьте лайки. И будем вместе с вами декорировать. Все подряд. Это же огромное удовольствие. Не выбросить на помойку, а сделать симпатичную вещь. Ну, правда же? Ну, до новых встреч. Пока-пока, мои дорогие. Вот так. Выстроились в рядок.